Приветствую, уважаемый подписчик, а также зритель данного видео. Сейчас справа наверху у вас часть города Вестпойнт, а мой персонаж находится вот здесь, на заправочной станции. Сегодня план на серию: мы поедем за генераторами на железнодорожную станцию, организуем себе перевалочный пункт вот на этих складах, и после этого начнем делать вылазки на железнодорожную станцию за генераторами. Так, ну давайте по традиции посмотрим статистику. Мы живем 1 месяц, 27 дней, 14 часов. Убили 1501 зомби. Вес 63 килограмма. Фаза веса, набор веса. Так, нам понадобится... Так, кресло у меня есть. В машине, я вижу, там она не стоит. Знаете, вот шлем я заметил. Он уменьшает скорость атак. Нам такое не надо. Нам нужен персонаж с максимальным уроном. Лучшая защита — это нападение. Чем быстрее вы бьете, тем быстрее вы контролите зомби, тем меньше шансов на то, что зомби вас ударит. Ну или оцарапает. Потому что бывает такое, что он просто бьет, наваливаясь на вас, вы при этом тоже теряете очки здоровья. Потерянные очки здоровья — это уменьшение урона. Так, давайте выложим отсюда. А, у нас... Да тоже убитый какой-то. Так, ладно, давайте выкладывать... Кастрюлю оставим. Котелок. Ну, котелок надо выложить, сюда положить. Кувалду я не буду брать. Так, здесь что-то еще интересное есть. Ну, мусорный пакет. В общем-то, да, мусорный пакет давайте заберем, туда положим. Ну, повязки можем тоже туда положить куда-нибудь. Так, сковорода там еще была. Да, мусорный пакет сюда. Пока вроде все тихо. Повязка одна. Так, а где у меня... Что у меня, где у меня? Давайте сюда, что ли, положим пока что. Так, что у нас тут? Смотрите, брокколи начали... То есть свежесть потеряли. Это значит, что 4 дня уже прошло. Да даже больше. А нам помидоры раз в 6 дней надо поливать. Так, ну ладно, давайте тогда в морозилку перекладывать. Ну что, продукты начинают портиться. Это не очень хорошо. Так, эти брокколи тогда заберем. Будем съедать их. Так, давайте чуть ускорим. Так, что мне еще понадобится? Микроволновую печь возьму туда. Там, где будем организовывать этот перевалочный пункт. Мне еще холодильник надо взять. Холодильник. В спифу я уже все холодильники разобрал, я уж понял. Так. Это я помню. Но вот здесь вот, по-моему, маленький был. Давайте его возьмем. Не проблема. Сейчас можно бегать, потому что у персонажа будет очень большой период времени, когда он будет сидеть в машине, ехать. Там полностью восстановится выносливость. Так. Вон, вижу, один стоит там уже, приятель. Да. Вы можете не подниматься. Так, понятно. Ну, знаете, может быть, костер организовать там? Ну, почему бы нет? Сейчас приедем туда, неизвестно, что там будет. Там может быть и полный пипец. Так, это, кстати, не то. Пила нужна. Ну, давай, пила-то есть у нас. Давай пилу достанем. Какие проблемы? Так, одна есть доска. Вторая есть. Ну, там столик какой-то есть письменный. Да? Офисный. Нету там в нем ничего. Ножницы лежат какие-то. Не надо нам это. Разбираем. О, тут сразу смотрите, сколько досок. Давайте набор для костра сделаем. Да и доски заберем. Да мы, кстати, можем еще досок забрать, чтобы там, может быть, это, заколотить что-то. Какие-нибудь окна. Наверняка там надо будет. Положим в машину. Так, вот сюда вот. Да. Все. Так, а я сюда шел-то зачем? Вот за самым главным шел. Так, ну ладно, главный костер сделали, холодильник взяли. Все супер.
Может, в руку взять его, пока несу? Можно. Все, поперли. К машине. Сейчас разгрузим туда. Надо еще посмотреть, а что там у меня с оружием-то? Как у меня тут дела обстоят? Я сейчас туда поеду, не знаю, сколько там зомбарей. Лом почти умер. Нож почти умер. Так. Топор тоже почти умер. Ну, супер. Ну, надо будет, конечно, посмотреть. Может, что-то есть тут. Не надо так ехать, чтобы вообще все оружие практически убитое. Мне надо там воевать будет наверняка. Причем много. Так, давайте выкладывать. Где там наш этот ладос? Мини-холодильничек. Досточки. Тоже сюда. Отсюда тоже досточки. Ну, это вот 4 как раз на баррикаду хватит. Так, надо бы поесть, наверное, да? Так, давайте чуть-чуть поедим. Посмотрим сейчас, что за оружие имеется в наличии. Ну, понятно, это мне... Хотя... Знаете что? Ну, лучше, конечно, дробаш, да. Потому что будем мазать, это там надо второй уровень. Так, вот топоры есть. Потому что там наверняка надо будет прорубаться. Это на карте там, которую вы видели, в общем-то, мало деревьев. А сейчас из-за деградации там будет здоров, наверное, сколько деревьев. Так, вот еще есть такой топор. Но он получше, чем тот, что у меня. Ну, давайте, да, на левую сторону. Нож бы тоже надо бы заменить. Потому что мой это нож уже умирающий. Так, ну да, вот так уже получше будет. Ну, а это сюда покидаем. Можно оружие куда-нибудь тут складывать где-нибудь. Куда я тут? Вот здесь вот складываю его, да? Так, вот есть лом более-менее. Давайте его возьмем. Ну, надо подготовиться. Хотелось бы... чтобы персонаж был с нормальным оружием. Так, это выложим. Охотничий нож, который... Нет. Вот этот выложим. Ну, так вроде нормально. Остальное все порядок. Так. Да, вот так уже более-менее. Хорошо. Двухстволку не буду брать. Можно было бы взять, конечно, там, если такое там какое-то серьезное сопротивление. Она бы помогла. Ну, можно подумать. Да нет, наверное... Не буду, наверное, брать. Так, это сумки сюда, в этот. В багажник пока, наверное, положу. Ну и, в общем... Да, одну сковородку выложу. Две остаются, да? И тут одна еще лежит. Давайте ее тоже заберем, чтобы она... Почему бы в холодильник ее не... Так, а здесь еще топор хороший. А, нет, тоже. Топор умирающий. Кувалду брать не буду. Сковородку сейчас... Ну, это тоже туда положим. Холодильничек. Да. Так, пустые, пустые. Пустые сюда. Так, что где еще одна сковорода пустая? Вот она. Так, и две с собой забираю. Кастрюлю положил. Так, морковь. Морковь и брокколи. Да, возьмем. Ну, потому что тут морозилка забита полностью. Да. Туда забираем. Ну, перец давайте тоже возьмем. Почему бы нет? Так, бета-адреноблокировщики. Одна штука есть, одна пачка с собой, да? Одна с собой. Целая? Нет. Возьмем еще одну. И еще одну. Потому что там они две вообще почти пустые пачки. Так, морковь и это все, наверное, сюда покидаем пока. Где оно там у меня? Морковь с брокколи сюда покидаем. Ну, чтобы не было перегруза, надо наверняка будет высадиться и выносить всех. Я не знаю, сколько там будет. Сколько там может быть зомби? Может быть, очень много. Надо еще генератор, наверное, проверить. Что там с генератором у нас? -87/88. Так, ну... А, вот смотрите, тут у нас даже пишет, сколько
литров в час потребляется 0,02. Но вы знаете, тут только по состоянию он может быть. Ну, давайте выключим на некоторое время и починим его, что ли. Так. Тихо, это закрыть. Да что такое? Интерфейс, закройся. Так, мне понадобится... Там, по-моему, по 4 устанавливать, да? Ну, давайте 2 возьмем, 2. Хватит там, восстановим до... Получается 96, да? Так, чинить генератор. Давайте еще раз. До 92. Это 1 до 92. Второй раз до 96. 4% за одну штуку эту. Так, ну что, включаем, оставляем. Здесь все в морозилке будет лежать у нас. Не должно особо портиться. Так, ну и да, можно выдвигаться. Вроде как все взяли, топор я взял. Если там будет, надо будет что-то вырубать, топор есть. Так, кресло тоже взял, да? Да. Кресло, микроволновка, холодильник. Здесь все включено. Продукты в морозилке. Так, и шлем я снял. Ну, давайте я включу музыку, доедем туда с музыкой. Так, ну, в общем, приехали. Давайте смотреть. Да, да, что-то тут... Вообще тишина, что ли? Вообще тишина. Пиц какой-то. А, не, вон один есть какой-то. Один. Ты один, что ли, тут работал? Братан, как так-то? Я думал, у вас тут это... Миллиарды тонн. Ну, пойдем вот здесь вот на обочину. Иди сюда. Я думал, их тут будет... Миллиард? А их нет никого. Понятно. Так, ну... Вот эти двери наверняка закрыты, да? Ну да. Так, ну... Я не знаю, вот там... Вон он вход, вот тут есть вход еще какой. Вон еще один есть, дружок. Эй, приятель! Давай сюда иди. Пойдем сходим. Вот здесь вот я с тобой разберусь. Тут еще один есть. Ну, отлично. Так. Мне просто... Я его хочу здесь внутри нейтрализовать, чтобы, может быть, из него еще ключи упадут. Хорошая идея. Хорошая идея. Но не упали. А с этого? Нет. Потому что те двери, насколько я могу себе представить, они без ключа не откроются. О, ты у нас тут с садовой вилкой ходишь? Тетенька? Да. Ну, такое себе. Ладно, давай. Так, и... А что тут у нас, интересно, уже есть что-нибудь тут? Так, в этих коробках томатные семена. Ну, в общем-то, да, почему бы нет? Вон там еще девушка стоит в углу. Да, сразу же в голову удар, так, чтобы она там особо долго не мучилась. Так, ну давайте посмотрим, что тут еще у нас есть. Тут есть какие-то граждане неупокоенные? Похоже, что нет.
Точно? Заходим. Тут матрасы были. Да ёпрсте, на карте их нет. Ладно. Уже кресло припёр. Ой, извините. Простите, пожалуйста. Я не в тот туалет зашел. Хотя тут в обоих туалетах... О, есть. Так, кто-то спрашивал у меня, почему ты не вешаешь ключи? Ну, нету связки ключей. В этом испытании такая вот шляпса с этим. Нет связки ключей. Вы начинаете голым персонажем. Ни ремня, ничего нет, ни связки нет. Так, доска есть. Ну, давайте ее приколотим сюда, что ли. Я думаю, здесь вот неплохое место, да? Ну, не в туалете же. Вон, смотрите, там уже. Смотрите. Не обратил внимания. Расстояние сколько было? Клеток 12. Запомнили этот момент. Так, хорошо, давайте оружие к бою. Эй! Тю-тю-тю-тю-тю-тю! Давай, отдыхай. Так, хорош. Ой, я не смотрю. Я не могу. Я не могу на такие вещи смотреть. Вот они специально это делают, такие вот, да? Сентиментальности. Так, ну ладно, что, ключ есть? Так. Погоди, это шутка? Или? Есть же ключ, я нашел. Что за шляпа? Я же нашел ключ. Так, ну ладно. Ключ нашел, он не работает. Пойдемте, что делать? Может быть, здесь прорубиться, я вот думаю. Прямо напротив входа прорубиться. Или, может быть, поискать что-то более такое. Так, ну вот я вижу, здесь вроде поглубже, да? Вроде лес уходит. Да, туда вроде как удобнее будет. Ну, так, топор в руки. Топор в руки. Давайте разбираться, как мне будет удобнее ходить. Ну, вот эта елка будет мешать ходить, да? Вроде тут больше нет никого. Ну, вроде да. Так. Слышу. Пелинг 270. Вот движение было вроде, да? Да, да. Пелинг 270. Все правильно. Давай, иди сюда. Рожа. Похоже, не один, да? Ну, это не проблема. Сейчас. Да что за игра такая? Вообще невозможно на хитбокс навестись. Вообще невозможно. Как тут это работает, система? Ёпрсте. Не, погодите, граждане. Не надо меня трогать, не надо меня трогать. Фух, так, спокуха. Давайте вот здесь вот. Да, вот здесь где-нибудь костерчик вам разведу. Чтобы вам тут было удобно. А что у меня перегруз какой-то? Топор, что ли, достал из-за этого? Да, достал топор, даже не заметил. Ладно, когда буду жечь, посмотрю, что там на них. Давайте... Собрать костер тогда, что ли? Здесь вот сжигаем их. Я не знаю. Вроде всех вырубил. Всех вроде вырубил. Давайте соберем. Опять слышу, как будто. Так, забираем. Ой! Смотрите, какие синенькие. Какие-то кроссовочки на нем там. Ладно. Какие-то интересные синенькие кроссовочки. Сейчас разберемся. Не проблема. И с кроссовками разберемся. И с трупами разберемся. Пришли тут такие... Мешают. Так, хорошо, давайте посмотрим, что там было. Ну, такое себе, в общем. Да, ничего особо интересного. Вот эти сникера синие, ну, они целые.
Давайте синие оденем, почему нет? Ну, такие прикольные. Синенькие. Да наши тоже целые были. Ну ладно. Так, еще там... Ничего я там еще не брал такое тут сжечь. Ничего не надо выбросить. Выбросить-сжечь. Ну, вроде ничего не надо. Да, вот хендфорк нашел. Ну ладно. Так, сжигаем. Разжечь костер. Да, можно вон. Туфли, спички. Пойдемте дальше рубить. Ой-ой-ой. Конфета моя, давай ты не будешь тут в деревья в эти влезать. Нам надо как-то это, сохранить одежду. Ну, давай тогда, что я не знаю, вот это куст там получается, да, какой-то. Здесь вроде все, тихо уже. Так, ну раз-два, раз-два, раз-два. Так, вот это что тут? Нафиг. Я знаю, что в ту сторону идти надо. Вон уже туда, да, вот это. Ой, ёпрсте, девочка из колодца. Блин, напугал меня. Зараза такой. Еще тут есть? Алло. Да, вон там. Есть движение. А, вот. Ну, вроде все, да? Или? Такие невозможные, это пипец. Так, сруби дерево. Какое-нибудь, ну я даже не знаю, вот это, да, будет мешать. Так, дыхло просело. Это не есть гуд. Надо посидеть, отдохнуть, съесть что-нибудь. Где у нас тут еда? Покушать. Ну, вроде порядок. Чуть-чуть посидим. Давай, конфета моя. Так. Ну, давайте вот эти два. Или я даже не знаю. Ну, да, вот эти, наверное. Они вроде как по пути идут. Кругом зомбари тут. Какие-то. Ну, надо прорубаться, что делать. Вон уже там виднеется что-то, да? Или? Ну? Оно? Оно. Супер. Так, хорошо. Давайте где-нибудь на поле сядем так, чтобы не было это самое. Восстановим дыхалку. Так, ну со спины-то не могут зайти. Могут только от... Вон они стоят уже там, эти два друга. Так. Сейчас нам генератор найти. Так. Сейчас дыхалку установим. Пойдем туда. Что делать? Давайте поедим немножко еще. Вон там группа уже сбилась. Смотрите, какая. Ну, не проблема. Так, я могу разобрать этот. Должен разобрать. Должен. Уметь разбирать. Вот и все. Еще вот это разберу. Порядок. А что тут упало? Металлический прутик? Вот это интересно. Так, а что перегруз опять откуда? Чайник какой-то, ты забыл выложить его. Ну, пипец. Ой, что такое? Какой-то случайный пришел тут. Так. Надо пойти разгрузиться. Не надо ходить с перегрузом. Да, котелок еще тут припер. Но сковородка понятна. Ой. Надо из машины... Давайте, наверное, все же... Это пока сюда покидаем. И вот, пожалуйста, перегруза уже нет. Пилу тоже сюда положим. Да, и пойдемте за генератором все-таки сходим. Может быть еще... Ой, какая, смотрите, шапочка какая. Ух ты. Да, это моя шапка была. Что такое? Сегодня хотите получить все? Сейчас вам всем пропишу по морде, да.
Назад! Куда ты встал? Лежать! Можешь не вставать. Так, давай, нож сюда. А, ну нож у меня есть. Ну просто возьмем тогда. Ножик гони. Так, вон еще... А, шапочку мою. Где моя шапка новая? Ух ты! Ух ты! Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Что такое? По морде. Сходу. Жакет, понятно. Так. Что? Похоже, с отверткой ходишь, да, там в горле? А, не нож для масла. Так, ну ладно, давайте. Еще тут неупокоенные есть какие-то. Друзья. Приятели. Пока они тут в толпы не сбились. Ух, как она сделала. Отсюда, отсюда. Да ё-моё, хитбокс. Где этот хитбокс? Вот он. Так, нормально. Так, ну чё, геники у нас где тут? Вот тут могут быть геники, да? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, а что это такое у тебя там торчит из ноги? Какое-то что-то торчит там у него. Обходы начинаются тут. Обходы. Мне надо проверить, чтобы тут у меня тыл был свободен. Ё-моё, ребята. Ё-моё. Тут что-то какая-то печь. По вам плачет, ребятки, костер, я так понимаю, да? Вы тут хотите поджариться. Так, что, генератора я не вижу там. Так, а там еще один какой-то с чем-то. Ну а что, сзади вроде тыл свободен будет, да? Мы можем сейчас раскатить немного их. Дать им подойти, там часть останется там. На какое расстояние им надо отбежать? Ну вот где-то до столба отбежать, и уже будет половина групп всего лишь. Сейчас половина там отстанет, я думаю. Потеряшки. Хотя нет, вряд ли. Ладно, давайте. Сейчас разберемся. Лежалки. Бежим немного. Сзади вроде норм. Так, пока вроде все нормально. Дыхло в норме. Наступление. Куда ты встать захотел, муха? Так, ну что? Ну, в общем, ничего. Да. Как обычно все. Так, этих я вроде смотрел. Такое себе, короче, как обычно. Геник надо найти. Так, вот этот товарищ у нас отстал, да? Отстающим тоже сейчас наваляем. Не проблема. Так, ну здесь, я так понял, нету генератора, да, у нас? Ой-ой-ой. Что такое? По морде. Ну, давайте ящик хотя бы посмотрим. Может, в ящиках что? Генератора нет, понятно. А, что там было у тебя? Ты вообще кто у нас была такая? Ой, какой-то шляпс. Коробочка гвоздей. Ну, почему бы нет? В нашем мире все пригодится. Ну, это не мое оружие, как бы, зачем мне? Ну, такое не нужно. Молоток, ну... Молоток у меня есть. Че грузить-то в персонажа всякий хлам? Так, вот это единственное, что надо разобрать будет. Давайте разберем. Я помню, что... Так. Тебе пила нужна, да? Ну, давай. Конфеточка моя, ну что, ты не можешь достать пилу сама из этого рюкзачка? Так, ну отлично. Возьми фонарик в ручку. Молодец. Давай посмотрим в этих ящиках. Ну ничего такого. Вот, коробка гвоздей есть только. Ну да, давайте возьмем. Не очень она тяжелая. Ну, да не очень. Можно будет сделать дом из гвоздей. Так. Пока вроде все тихо. Топор в руку. Давайте посмотрим. Может, мусорные пакетики есть?
Да, я слышу. Пелинг 90. Так, а здесь у нас что? Вот тут, по-моему, тоже генераторы бывают. Ну, это пошел там куда-то по своим делам. Мне вообще пофиг, куда они там ходят. Да, я видел там двоих. Я хочу посмотреть, что там дальше есть. Понятно. Ну, далеко довольно-таки. Так, довольно далеко тут был. Что у вас, ребята, было? Хаус-кей? Ну, давай. Я вот, по-моему, тот тоже так положил, и его, естественно, она не может использовать, когда он в рюкзаке лежит. Так, ну... Да нет проблем. Сейчас башка с плеч отлетит быстро. Ой-ой-ой. Ой, тут десант пошел, по-моему. И очень плохо видно. Да. Оружие к бою. Оружие к бою. С флангов вроде не вижу. Кто-то там беснуется. Я вообще не понимаю, как тут сетки, их нету, что ли? Так, в той стороне что? Тут нету генератора. Да, вроде? Или? Не, нету. Так, что у нас тут? Хлам не собираем. Ну, ведро зачем? Мне уже там лейка у меня есть. Садовая опрыскиватель есть. И ведра там есть у меня. Не набираем всякую ерунду. Вот не нужна она. Вот эту берем, да. Ой-ой-ой. Ой, девушка, вы там в какой-то шляпе интересной ходите. Ой. Подожди, это рейнджер. Не надо топором. А чё рейнджера топором не надо? Ну, шляпа хорошая. Уже, наверное, повредил ее. Штаны могут быть хорошие. Ну, все порватое, да. Состояние видите, да? Холстер. У меня уже дабл холстер. Шляпа целая. Шляпа целая. Защищает от воды, от дождя, от ветра. Так, ну а что она мне от чего защищает? Мало от чего. Давай, хочу вот эту. Хочу вот эту шляпу. Ну, выглядит, конечно, отстой. Ну ладно. Моя-то ковбойская была лучше выглядит. Но вот та защищает еще и от дождя. Поэтому возьмем ее. Там кто-то никак не успокоится, да, я так понимаю? Ой-ой-ой. Да ёпрсте. Что это за игра такая? Ну что ты будешь выходить? Как мне? Что мне делать? Да жесть какая-то. И он не спускается. Ё-моё, он там где-то в лестнице стоит. Вообще сзади прямо у меня появляется. Не хочу туда идти. Вообще нет. Все. Ну, поверху, наверное, можно как-то пройти. Еще нет. Пойдемте разберемся вот с той группой. Вот с этой группой. Вообще, надо просто побежать и дальше посмотреть, где генератор есть. А потом этими ящиками всякими заниматься. Нет? Сейчас я начну разбирать, они тут припрутся. Ну его нафиг. Давайте сюда посмотрим, что тут. О, вот это да. Вот это прям супер. У меня перегруз пошел. Надо пойти разгрузиться. Да нет, конечно. Клюшка для гольфа. Хотя... Так, ну а улома сколько? Ну больше. Лом лучше. Нафиг. Еще эта клюшка, она там сломается. Не нужна такая. Молоточек. Но это уже все есть. Молоточки есть. Давайте тут смотреть. Лейка тоже не нужна. Этого хватает добра. Так, а здесь я, по-моему, посмотрел, да? Ну, батареечку, конечно, возьмем. Так, от перегруз надо избавляться как-то. Туман напустился тут. Давайте до базы разгрузимся немного. Так, ну вот эти два я посмотрел. Да, надо разгрузиться, организовать убежище полностью, забаррикадировать его,
выложить топор этот красный, он пока не нужен, в пикап положим. Так, где у меня тут этот проход мой? Дыхло просело, ну понятно. А потом уже дальше продолжим. Так, у меня уже, наверное, скоро тут сонливость появится. Но это не точно. Так, я не понял, что за фигня? Вот я тут проходил и... А, вот. Надо бы, что ли, я даже не знаю. Пипец какой-то. Ладно, давайте заберем. Построить деревянный пол на месте вот этого куста дурацкого. Да. И на месте вот этих дурацких. Вот она будет проходить нормально тут? Да, вроде проходит. Не надо, значит, ничего делать. Так, хорошо, ладно. Давайте забаррикадируем. У тебя там были баррикады в этом лежали, в машине. Так, а еще, то есть 4 с этой стороны. Так. 4 с этой можно и 4 с... А, и 2 с этой, да? Понятно. Ну, ладно. Так, ну я вижу, там сонливость уже появилась. Ребят, давайте с машины заберем, конечно же. Так, стоп, где доски? Конфеточка моя. А, доски кончились. Давайте доски с машины заберем сейчас. Так, где ключи, которые лежат вот здесь, хаоски? Давайте положим в основной инвентарь. Да. Один из ключей. И попробуем проверить. Так, я ничего не вижу. Просто по нулям. Куда я пришел, Санин? Вот. Попробуем дернуть. Да, все, ключ подошел. Я его в рюкзак положил случайно. Из того мужика, которого я тут нейтрализовал. Что будем брать? Ну, возьмем микроволновку. Я понимаю, что сейчас пока не будет работать. Ну и фиг с ним. Так, возьмем две доски. Давай, конфета. Там матрасы же были. Точно. Кресло тогда оставь тут. Зачем оно тебе? Матрас сейчас поставишь там ей. Кастрюлю воды возьму. Морковь возьму с перцами. Сумки... А что такое? Уже все? Уже все? Предельно максимальный вес? Офигеть. Ладно. Сейчас все равно спать идем. Тут вроде все тихо. Если что, нож есть. Я с ножа за удар убиваю. Нейтрализую. Так. Закрой шлюз. И здесь. Так, ставим холодильники, микроволновые печи. Ну, да все равно где. Давайте тут сделаем кухоньку. Холодильничек сюда поставим. Морковки сюда в холодильничек положим. Я понимаю, что он не работает. Это все понятно. Так, это съесть. Ну, брокколи в морозилку сразу. Так, можно сделать, кстати, я не знаю. Не, ладно, кастрюлю пока в микроволновку. Некуда девать. Можно сделать сковородку себе этого брокколи, который у меня тут в инвентаре лежит. Да он будет типа салата. Понятно, что сырое, понятно, что ну не супер, но да и фиг с ним. Тоже съедобно. А, ну она полностью забита. Да, так, а почему еще перегруз есть? Пилу сюда убери. Доски. Доски приколоти. Вот так. 4 с той, 4 с этой. Так, что еще? Лом. Эту машину надо выгрузить. Че не выгрузил-то сразу? Ой, не знаю, забыл. Так, и матрас надо будет взять. Хороший лом на спину. Хороший лом на спину. Не очень хороший лом сюда.
морковь сюда заберем, перчик заберем. Так, ну вы знаете, сумки подумаю сейчас. Вообще туда надо бы взять это все. Так, что тут у нас еще мне надо выложить? Вот пачка семян томата уже сюда улетает. Патрон для дробовика, коробка гвоздей. Вот это тоже сюда улетает. Чайник этот припер зачем-то. С котелком. Но это можно воды сейчас будет налить и рядом с холодильником поставить. Мы тут, похоже, надолго. Тут быстро, похоже, не получится. Так, давай матрасы. Я не знал, что они тут есть. Вот по карте ни я не увидел их. Заберем сейчас. Так, матрасы весят меньше, похоже, да? А, больше, чем кресло. Смотрите, матрас весит десятку. Ой, давай сюда. Теперь еще этот надо будет распаковать. Все, вон, пошла. Конфеточка. Чоп-чоп-чоп. Новая шляпа. Новая шляпа. С полями. Да. Так, где мы будем ставить себе пока вот как-то что-то? Давайте сюда поставим. Матрасик. Как ты хочешь? Нет, я хочу по-другому. Давай вот так. Вот так как-нибудь, да. Вот сюда. Потом, может, там переделаем что-нибудь. Так, ну и что у нас получается? Все, сковородки сюда. Микроволновку пока что. Чайники с водой где там? Можно воды пойти налить вон. Чайники. Чайники в наши эти. Забыл? Так, тихо. Тут у нас все тихо, да? Что здесь лежит? О! Есть коричневая краска, кстати. Можно еще раз будет перекраситься. Да, смотрите, есть зеркальце для нее. Давайте умоемся. Наполним. Так, все, умылся и привет. Воды больше нет. Надо будет кулерок поискать. Так, чайник. И все, да? Котелок еще можно. И все. Здесь воды нет. Здесь... Да, есть. И все, да? Понятно. Ладно, это с утра посмотрим. Там уже в следующей серии, что тут еще в округе есть. Пока сюда уберем все это. Котелки. Так, где-где? Чайники, чайник. Где ты? А, это я... И это ж в рюкзаке тут у меня лежит точно. Вот котелок. Микроволновку положу пока. Чайник. А, все, места нет. Ну ладно, что. Чайник пока так положим. Так, здесь у нас вроде все нормально. Да, разводной ключ я таскаю еще с собой. Ну так, на всякий случай. Есть еще морковка. Есть еще стифрай с брокколи. Ну, понятно. Сейчас нет генератора, чтобы подключить и сделать макияж для лица. Давайте. Ну, все понятно. Тут это все исчезнет потом. Вот. Или... Ну, остальное все там чушь. Вот это давайте. Все. Порядок. Кунглао. Моя кунглао. Так. Ладно, сюда клади. Зеркало тоже это. Нам это лишнее не нужно. И это тоже положим. Так, перчик давайте уберем. Это можно и сюда. Ну, в общем, и все. Давайте посмотрим. А, так, спать. Так, спать будем. Вы знаете, нам хватит и 4 часа поспать. Тут она выспится хорошо. 50. Да, не, ну 5 часов хорошо. 5 часов. Где там часы будильничек у нас? Потому что с утра проснемся. Поставим время. Ну, на 9. Да. Нормально выспится. Мы живем 1 месяц, 28 дней и 16 часов. Убили 1544 зомби. Весим 63 килограмма. База веса, набор веса. Я с вами прощаюсь. Будьте начеку и всегда наготове. Ибо враг ваш зомби всегда ищет кого бы сожрать.